6-3. Теперь были РБС. Хорошая игра. Думаю, всем зрителям понравилось. Приближенная к плей-офф. Понятно, все играли на результат сегодня. Проиграли в предыдущей игре, был какая-то дополнительная мотивация или ЦСКА это, допустим, достаточно мотивация? Думаю, что на ЦСКА все команды настраиваются и все эти маленькие мотивации, тем более для таких армейских дерби. Какие мысли были после трех пропущенных? Понятно, наверное, быстро, а потом? Не останавливаться играть, продолжать. Много времени еще, так что все можно исправить, то, что мы сделали. Зрение, что мы все прекрасно знаем, что говорил Знарок, чтобы подать в команду, поделитесь, что он говорил. Да нет, надо сказать, чтобы не ошибались, он говорил, очень разумно подошел к Ирине, погасил свои эмоции, очень хорошо выразился и дал понять, что он не делал. Павел, Игорь Шестеркин все время втыкали, обижали. Какие слова, как поддерживали его, парень получил сегодня? Я думаю, что он уже достаточно опыт, и в сборной побывал, и поиграл на международном. Потому что он сам понимает, что особенно такие игры, что не так легко дается победы, что надо бороться на бедаке, конечно. Мы старались его оберегать, но не всегда это получалось. Хотя я думаю, что сегодня доказали наши защитники, и это было показано, и кубовым, и подрались, как все это правильно сделали. Последний вопрос, Кай. Поведение Андронова как тебе? Какой, что ли? Да это, думаю, играет эмоции, так что всякое бывает. Спасибо большое, Олег. Пожалуйста.